Йоти там на крыше залетел. Вот это сейчас вообще хуево. У меня машина застряла, пацаны, что делать? Я хуй знает. Поможешь? Саня, на похуй, дальше едешь, блядь. Как ее достать отсюда, тебе ебаный сыр? Или что, давай вернемся? Да тут. Хуй знает. Нам возвращаться, нет? Мы уж почти доехали. Хуй знает, как помочь вообще. Я что-то косячнул конкретно нахуй. Блять, накосячил. Пиздец, как так? Да, тебе припарковался. Блять. Пиздец, блять. Бля, хуёво, бабки проёбываем. 1100 нахуй или больше, блять, этой машины. Ты сам что взял вообще, блин? О, красава, блять. Выбрались, не? Антоха меня вытащил, блять, нереально профессионально. Блять, заебись. Все, поехали. Мы 8 минут успеем. Бля, сори, я там косичнул чуть. Да похуй, чё. Давай, Саня, прыгай. Давай, 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 давай. Как сделать? На кулак переставить просто. Ну, типа оружие, чтобы у тебя кулак был выбран. Можно ехать факи показывать. Заебись. Нормальная хуйня. Блять. О, блять. Ну-ка, давай сюда свой дрындулет, нахуй, бабка. Погоди, я еще пизды вставлю, иди сюда, нахуй. Меня за бар не пускают и налить не дают. Ну-ка, ищи машину, поехали, нахуй. Подсебался мой Порше. Какой-то пассажир залез нахуй лишний, блядь. Нормально было. Сука, я как говно в пробе плаваю нахуй, блядь. Давай себя послушай. Давай. Ой, это чья жопа нахуй, блядь. Вот этот хуёк, который мы хую куда рассказывает. Я первый, нахуй. Кого разъебать нахуй тебе? Стой на месте нахуй, никого не надо разъебывать. Да я знаю, как что тут делать нахуй. Куда ты, блядь, дальше нахуй? Да ёбан, валенки, блядь. Да вы дебилы, идите нахуй. А? Вы, Питеры, пить провоцируете нахуй. Вам по-другому нахуй никак. А ты завтра не работал? Не, нет. Мне кажется, трупа чел с ним, да, попали. Блять, я воду ебать! Бля, сорян, пацаны! Там стул ебаный стоял, я с мозгу на воду уебался. Красава. А чё у нас типа стелс всё было, да? Ну да. А, пошли пиздиться, Сань. Да, пошли ебашиться нахуй. Бля, Антоха зря в натуре, братик, я не хотел. Сейчас. Ну заебись. Я выберу. Давай, давай. Залейте там быстрее. Смотрите, залейте. Подойдите к этому джиггернауту. Аж двух человек уже нет. Пас, я короче понял. Вот, Саня, разберись назад. Погоди, Саня. Вот, видишь, как чистут. Взял и ебался в воду, да. Блин, эта хуйня не простреливает. С Новым годом, блядь. А чё она не простреливает? Я с разгона отвечаю. Пошел, эти стулья, короче, уронил нахуй. Блядь, как странно. А чё, мне откиснуть или чё? Да? Объясняю заново.
Мы лутаем подвал и нихуя бабок не имеем. Мы лутаем все и имеем дохуя бабок, понимаешь? Ему как похуй. Это, блядь, говорит человек, с которым мы уже две габы прошли, блядь, как бы андерстудин, нахуй. Я понимаю, блядь, Антоха понимает, вы нихуя не понимаете. Типа, я понимаю, я все понимаю, но это даже не выйдет. Ты выйди с этой хуй, да, ты нихуя не понимаешь, Я понимаю, нахуй, Антоха понимает, ты нихуя не понимаешь. Ты меня понял? Чё ты, блядь, нихуя не понял? Я понимаю, вот Витя дохуя понимает, ты чё понимаешь? Шашлык вот вообще нихуя не понимает, ему похуй. Я вообще все понимаю, блять. Это вон Саня похуй, Сидря в телефон гамает нахуй. Сука, Саня, отмени эту залупу, пожалуйста, ёбаный. Давайте, подождите, пацаки, давайте спокойно с Саней пообщаемся. Саня, ты понимаешь нас? Я, а как это? Нет, ты пидорас, ты подожди, подожди. Нет, ты закрой рот, блядь, подожди. Мы сейчас с тобой вообще не про это разговариваем, понимаешь? А про чё? Мы разговариваем про то, что нахуй, если мы лутаем подвал, мы нихуя не получаем. Если лутаем всё, мы дохуя получаем, понимаешь? А в смысле, если мы подвал не лутаем, мы не получаем? Он вообще не отдал. Подожди. Если мы вот так подвал, нам дают сколько? Там дают 2 миллиона, да? Миллион? Миллион, да. Если мы лутаем все, нам дают дохуя миллионов. 3,5 миллионов, нахуй. Не, смотри, я сейчас все объясню нормально. Мы смотри, лутаем сначала дома, потом лутаем подвал и все в шоколаде. Да. Ну. А ты пидор. А для того, чтобы мы залутали дома, ну надо, чтобы вы нахуй жопой никуда не елозили, пока я стал сделаю. Вот, да, вот этот хуй, блядь, правильно говорит. Я не хуй, слышь, блядь, не пизди нахуй. Вот этот человек правильно говорит. Где тут деньги, нахуй? Вон, левее. Ой, блядь. Горим, блядь. Горим, ёбаный в рот. Пидор, этот пидор переберет, у него там что-то дохуя, по-моему. А, не. 21, блядь. И да, раз, блядь. У меня очко с ним вместе. Не, у мамы. Соседи, нахуй. Или дай ему этому пизды, нахуй. Сейчас, подожди, тут чутка, блядь, увеличу ставочку, нахуй, 3 раза, нахуй. 9. Ща его выебу в рот. Бля, чё за карта, нахуй? Двойку дает, блядь. 19, хватит. 9, блядь. Ща я нахуй либо не доберу, либо переберу. У него ещё по-любому 5 очков будет. Дай десятку, пидорас мне, я тебя выебу в рот. Дай десятку. 16, блядь, сейчас перебор будет, да? Да. Гандон дырявый, блядь.